Ребята, все, кто не знает, у Катюхи есть свой канал, она делает очень качественные ролики, сделала уже очень много видосов. Зайдите на ее канал, давайте ее поддержим и соберем ей 1000 подписчиков. Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Арекс, как всегда, очень много подписчиков, сегодня играем Гаррис Мод. Карта у нас Балди, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классный режим, потому что у нас сегодня Сережка будет хэдкрабом и будет нас заражать. А ну прыгни мне на бошку, покажем, как это выглядит. Вот, все, теперь я зомби, ничего не понятно. А, я просто умер, да, сразу? А, Серега, он бегает за меня. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать выживать. Так, ну что, посмотрим, давайте разбираемся по всей карте. Можно, короче, против хэдкрабов кулаками лупашить. Да, пока не сильно поможет. Не помогает, да, но? Вообще нет, 8 хп сносит. А сколько у хэдкраба жизни? 40. А, нифига себе, сколько раз надо ударить. Ну это так, знаешь, типа по голове надавать, отбиваться и текать. А, можно еще ногой лупашить на Б, если что. Построча лупашить. За мной кто-то гонится. Ой, я тут парты попереворачивал. А я на нычке сижу. Сижу. Всю серию тут просижу и выживу зато. Представляю, когда уже будет много хэдкрабов, а я один тут буду. Это будет жесть. Это тут пролетел такой. Ой. Я в классе. Я, короче, баррикаду делаю тут из стульев, чтоб никто не зашел ко мне. Школа Балди очень опасное место. А тут помню один. Во. Одну секретку. Ой, блин, все зря. Вот говно. Брат, вот как в надо. Одном кабинете. Ну да. Засранец. Сейчас найду секретку и тоби хана, Димас. Какая секретка? Это не секретка. Ой. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Ой. Ой. Было маленький. Здравствуйте. Отлично, у меня все получается. Надо было брать. Надо вот так набрасывать. Во, я понял, как делать баррикаду. Ой. Во-во-во, отлично. Так, не знаю, пройдет, не пройдет. Давайте посмотрим, что с этого получилось. Ну чё, давайте. Я такого еще в корреспонде ни разу не делал. Заходите ко мне в класс, я вам подсказку даю. Классно, а в какой? Дверь цвет. Да, синяя дверь. А тут везде, мне кажется, синие двери. Не знаю, где эта дверь. Ищем. Я фантома видел. Отлично, навалил прям жестко. Во! Лучше навалить я не могу. Убился. Наваливать ты умеешь, Димас. Да-да-да, давай, короче, постреля подсказку сделаю. Давай! По двери стреляю. Заразите меня, никто не сможет. Слышу, 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 кто-то уже ломится. Да, это я, смотри. Я пользуюсь, короче, своей старой доброй тактикой. Просто бегаю по школе. Быстро не бегай. Ну что, о, Серега? Я услышал. Отлично, давай. Слышу, вы приближаетесь. Эй, так нечестно! Отстань от меня! Я добрый! Помогите, ой, извини, пацаны, извини. Помогите! Он бежит за мной. Кто выжил? О, дерьмо. Я живу. Серега, это ты был? Где? За мной. Это я был. Не. Та дверь закрывайся, вонючая. Да, кого-то заразили. Ай. Кого-то заразили, я слышу. О, я крошку покусал. Я гоненько. Так, кто как хэдкрабов уже бегает? Я спасаюсь в своем месте. Я тоже спасаюсь. На нычке тут сижу за стульчиками.
Вот зато я вижу тут проход. Слышу, слышу, хэдкраб бежит. Блин. Ребят, тут возле столовки, крошка, крошка, я его зажал и не выпускаю, он бегает. Сейчас еще найти надо. О, я слышу. Пацаны, карта манюсенькая, и тут очень тяжело находить. Давай, бей его. Я его укусил один раз. Получается, если на голову с одного раза, да, убивать, а если просто касать, дамажите. Я заразил крошку окрошку. Крошка окрошка. А я наблюдаю. Вижу, вижу, вижу. Эй, ты что? Я испугался, жесть. Блин. Беги, глупец, беги. Это фиаско. Это жесть, я дернулся аж. Я не ожидал, что ты стекло можешь разбить. У меня очень громкая игра стоит. И ты когда стекло лопнуло, это жесть была. Так, блин, тут шкафы. Я в шкаф ударился и убился головой. У тебя поцарапали, значит ты заражен уже. Нет, я головой, я бежал, я в шкаф ударился. Не, давай зарази меня. Не, давай зарази. Не зарази. Да какой заразил, ты что, шкаф? Да. Я на тот шкаф, которым ты ударился, я обоссал его. Да. Нет, это так не работает. Давайте ищите, кто остался заражать. Блин! Нашел! Да блин, беги, Димка, беги! Они сзади, они все сзади бегут и хотят меня убить. Но я не останавливаюсь, я не отчаиваюсь, я выживу. Стой! Нет, я не остановлюсь ни на секунду. Мочите Димаса. Дела очень плохи, дела очень плохи. Я в класс забегу. Не надо. Около вас. Не иди в класс. Я в классе. Учись тогда. Сижу в классе на нычку. Кто-то мимо меня, короче, пробежал. Отлично, отлично. Кого-то убили. Кого-то я убили. Я заразил этого. Вот. Я Форготена заразил. Форгота, ну что ж ты. Ты остался, и этот, Карыч. Я выживу. Я Карыча вообще не видел, где он спрятался. Нашел! Блин, он меня по башке дал! Не, ну сиди ты в углу, нет, выскочил, блин, выглянул в окошко. Тупик. Тупик, тупик, тупик. Тупик тупиков. Я буду в классы забегать во все. Это, блин, я проиграл. Это жесть, как прикольно. Так, хочу я тоже хэдкрабом побыть. Один человек. Карыч, дай подсказку. Ой, это не хэдкраб. Я в одном из классов около столовки. Эй, извини. Так, пацаны, ну что? Прикольно хэдкрабом вообще играть, да? Да. Здравствуйте. А что я такой... А как быстро бегать? Shift. А, подожди, это у меня просто хэдкраб медленный. Надо быстро взять. Во! Он прыгает по зданиям каким-то. А это. Ой-ой-ой-ой, убегаю. Ой, тут сразу прыгает. Так, ну что, где он, пацаны, ищем его. Я наш царя. Все, убили? Нет, я живой. Я каким-то образом, не знаю, заразил Сквидварда. Блин, у меня тут мой труп тут лежал. Все, заразили, убили, да? Всех, Димас. Да. Победа. Давайте сделаем битву хэдкрабов, я никогда не воевал за них. Подождите. На спауне давайте берем хэдкрабов. Давай, кто проиграет, тот уже не участвует. Подождите. Это в пилпаках? Сейчас, погодьте. Именно хэдкрабами, не зомби. Ой. Эр, нажми букву, кто там за быстрого зомби. О. Ну чё, давай. О, я убил. Молодец. Отрывайся. Меня убили, я полека полетаю вверху. Давай, мы ещё деремся тут между собой. Ещё кого-то убил.
Ну чё, иди сюда. Меня убили. Все друг друга попили. Как это? А как это получается? Мы все давно. Это знаете, что получается? Ничья. Итак, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Я так и знал. Как всегда, Серега в своем репертуаре. Да, я всегда в своем репертуаре. Лайк да, за взрыв да. И подписка.